Здравствуйте, дорогие друзья! Мы искренне рады пригласить вас на уникальный детский концерт «Музей Победы» на Поклонной горе. Именно здесь, в столице нашей Родины, собрались победители Всероссийского фестиваля гражданско-патриотических песен «Журавли Победы». Это юные исполнители и лучшие авторы России детских песен, которые написали новые замечательные песни. Песни, наполненные детством, любовью и, самое главное, мечтами. Мы знаем, как сложно начинать концерт, представлять свой регион, представлять свою новую песню. Это очень ответственно. Я помню, как мы с Машей ждали выхода на сцену на детском Евровидении. Но благодаря поддержке родных, близких и друзей мы смогли победить. Все вместе плечо.
Мы стоим.
хотим, чтобы солнце сияло, в небе мир налетел самолет, чтобы танки стояли в музеях, не строчил в тишине пулемет, чтобы армией на параде восхищалась. Друзья!
Летать.
согреты солнцем день, и мы вдвоем с любимой мамой по Москве идем. Рюкзак наброшен на одно плечо, и мы болтаем с мамой ни о чем. Ильинки разноцветные витрины, Москва.